В Актюбинской области продолжает расти заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом. С начала октября ОРВИ заразилось уже почти 3000 человек. Из всех заболевших 47% – дети до 14 лет и 8% – беременные женщины. Текущая эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу на территории Актюбинской области характеризуется сезонным подъемом заболеваемости. С 40 по 106 неделю зарегистрировано всего 2953 случаев ОРВИ. Заболеваемость, показатель заболеваемости составил на 100 тысяч населения 323,7. Из них заболело 1377 детей до 14 лет. Заболело 395 школьников. Удельный вес составил 13,3%. Показатель заболеваемости составил 237,3. Случаев среди беременных женщин 244, удельный вес составил 8,3%. В разрезе территории наибольшее количество заболевших наблюдается в городе Актюбе – 174 случая с положительным ПЦР-тестом. Далее следуют Каргалинский, Хромтауский и Мугалжарский районы. Кроме того, всего по области с ОРВИ, гриппом и пневмонией госпитализировано 854 человека. Госпитализировано 648 человек с ОРВИ, в том числе 144 беременных, 147 детей в возрасте до 1 года. 133 человека госпитализировано с гриппом, в том числе 85 беременных, 13 детей в возрасте до 1 года. С пневмонией госпитализировано 73 человека, из них в реанимации 0. Всего против гриппа привито 182 190 человек, что составляет 18,3% от общего количества жителей области. Сотрудники Департамента санитарно-эпидемиологического контроля также напомнили о профилактике этих заболеваний и отметили, что наиболее эффективным средством является вакцинация. Иммунизация осуществляется во всех городских и районных поликлиниках области. Кроме того, спикеры рекомендуют не пренебрегать правилами соблюдения личной гигиены, носить медицинские маски и избегать скопления большого количества людей. Жанна Исалдинова, Юрий Шаповалов, программа «Факт».